Всем привет, друзья! Сегодня будем красить яйца к Пасхе. Очень красивый эффект получился. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваш любимый способ окраски яиц. Может быть, в этом году вы решили что-то новенькое попробовать. Буду ждать ваших комментариев. Я напоминаю, что подробный список ингредиентов вы найдете в описании под видео. Для окраса нам понадобится луковая шелуха. Я ее измельчаю при помощи ножниц в хаотичном порядке, стараясь, чтобы шелуха была маленького размера. Теперь также измельчаю бумагу. Хорошо перемешиваю. Сырое яйцо я окунаю в воду, затем в шелуху. Стараюсь, чтобы шелуха с бумагой закрыла собой большую часть яйца. Перекладываю на бинт или можно взять марлю и укутываю яйцо ею достаточно плотно, заматываю нитками хвостик. На дно сотейника выкладываю чай каркаде. Теперь яйца. Добавляю ложку соли. Заливаю холодной водой. Добавляю 2 столовые ложки 9% уксуса и ставлю на небольшой огонь. Варю 15 минут и потом оставляю в горячей воде еще на 15-20 минут. Теперь убираю марлю, шелуху и бумагу. Для того, чтобы серый цвет был разных оттенков, можно слегка потереть тряпочкой. Часть краски уйдет. Уже получилось очень красиво, но мне захотелось добавить блеска с помощью кондурина. У меня медный. Развожу в водке небольшое количество и разбрызгиваю кисточкой. Мне очень понравился окрас. Каждое яйцо получилось со своим неповторимым рисунком. А вам понравился такой вариант? Пишите в комментариях. Напоминаю, что все ингредиенты вы найдете в описании под видео, там же будут ссылочки на другие мои социальные сети и на другие мои не менее вкусные видео. Встречаемся с вами в комментариях и в следующих видео. С наступающим вас праздником Светлой Пасхи! На этом у меня сегодня все. Ваша Саша. Пока-пока!